Разве клоны не должны быть одинаковыми? Куда смотрит контроль качества? Этот слишком большой, это слишком маленькое, а у этого тату на лице. Да, очень тонко. О, привет! Как зовут кореглазый? Чех. Однако фенотипический цвет глаз всех клонов коричневый. Наша мутация не затронула пигментацию. Ну, было приятно познакомиться, но меня ждут другие дела.